Сегодня погоняю на таракане. 54-ка, конечно, аппарат прикольный. Не знаю, раньше, когда я только-только его качал, он мне больше нравился. Сейчас вот вернулся в танки. Что-то как-то вот туго он мне идет, шьется что-то во все щели. И пытаюсь просто от башенки сейчас поиграть. Эта карта идеально для этого подходит. Здесь просто на горочку залезть, чуть подсвечивать и только ебальник высовывать. Который, в принципе, в лючки могут насувать, но с большого расстояния не очень получится. Главное доползти, позицию занять, и чтобы сильно не опиздюлили к этому времени. Конечно, в идеале лучше бы вообще меня не опиздюлили, пока я еду. Ну, что, собственно, сейчас и произошло. Ну все, занимаем позицию, начинаем накидывать. Вазик тут лазит. Естественно, я его не пробью. Ебальник-то. Мне нужно, чтобы он портом жопкой где-то стал. У меня, в принципе, есть три... Ой, вернее, пять даже голды с собой. И три фугаса. Ага. Ну, голда шьет. Голда нормально ковыряет. Вот, ромбиком танкует. Вот она, блядь, башенка-то, а? Рикошет! Что ты дальше будешь делать? Это сральник, блядь. Теперь можно на ББшке перейти. Все, он спрятался. Я тут не увижу. Кто-нибудь еще сейчас вылезет. Либо этот настырный светляк сейчас сюда ко мне побежит. Они, кстати, очень любят здесь, блядь, прям с разбега разбегаться и, блядь, топить просто. Прям топить, блядь. Ну как так, я вот не попал, а? Опять ББшка тяжелая была. Либо все-таки пора положить болт на скорострельность и поменять пуху. На ту, которая пробивает получше. Возможно, у нее и точность получше. Вылазь. Вылазь, блядь. Кто-нибудь. Что-то тускло как. Вот он. Радиусом светит. Меня сейчас видит. Там по-любому ПТшки сидят в кустах. Хотят мне присунуть. Но я им не дамся. Опа. Вот этот, кстати, неплохо. Это же картонная хуйня. Реально картонная. Я ее, конечно, себе тоже качаю. Но она, сука, картонная. Вот он. Вот он, вкусняш подъехал. Лови, дружок. Через 3 секунды я тебе еще кину. Он прям на меня едет, блядь. Сука, вниз опять упала, ББшка. Че, арта пуляет? Интересно. А ты куда стрелял-то, братан? Реально, что ты делал? Постой, погоди, а я тебе сейчас буду жопу ломать. А в кого он целится? Что он делает? Давай, стрельни мне в башню. Башню. Ага, рикошет, братан. Давайте сейчас сломаю нас. Давай. Давай. Ангар! Сейчас светляка со стандартом снять отсюда было бы вообще неплохо. О, про девяточку, давай. Давай. Отчаянно давай, высовывайся. У тебя что, вообще здоровья нету? Значит, прям на всю котлету в меня заряди. Не хочет пиздюк вылазить. Стандарт. Да как, блядь, они вниз падают постоянно. Ёбаный в рот, блядь. Чё ж такие ББхи тяжелые, а? Ещё полезет? Ну, высунься, высунься. Давай. Давай, не стесняйся. Здесь никого нет в кустах. Вот он. В гусельку, блядь. Сука, да почему сквозь гуслю ты ему, блядь, очко-то не вздербанил, а? Стой, блядь. Сука, ну всегда не хватает полсекунды КД, блядь. Полсекунды, блядь, даже меньше. Сколько бы не было КД? 6 секунд, блядь. 40, сука. 2, 1,5, блядь. Всегда не будет хватать полсекунды. Постоянно закатится, сука, за эти полсекунды какой-нибудь ваншотик или, блядь, прям вкусная какая-нибудь плюха. А вот это вот вообще охуенно. Ну, прям вообще вкусняшка. Куда ни стрельни, всегда пробьешь. На-ка. Только опять ББшка упала. А, ну тут я лоханулся. Я тут почему-то думал, что он на возвышенности. Охуенно вообще. Вот сейчас очень хорошо, что ББшка упала. Она просто за рельсы к нему закатилась. Это ж курица гриль сейчас из-за рельс не вылезет. Зараза такая. Не, ну попробовать кинуть, конечно, можно. Эти все равно там за горкой засухарились, меня светить хотят. Ну тут я опять сам виноват. Еще гриль! Нихуя вас тут, блядь, пати. Попал.
И его сейчас сломают, да? Конечно. Конечно, его сломают, блядь. Он же ваншотный. А мне КД. Конечно, его сейчас сломают. Так, тебя... Я не буду в тебя стрелять, я так задавлю. А в тебя стрельну. А будет? Да хуй тебе, блядь. Кого ты стрелял-то, блядь, идиот? Домой. Вот с этим приятелем будет вообще душно играть. Если он ко мне не боком и не жопой, то я с ним буду играться очень долго. Ух ты! Объедок! Объедок! Здравствуйте! Нормально его сожгли. Дай тебе какие-нибудь почини, удобно. Ай-я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 й. Постой. Постой! Объедос. Объебос. Победа! Почти 4 косаря насували, чуть-чуть насветили, на гусли понаставили. Давайте мне мастера. Мастера, конечно, дали, но я все-таки буду менять пуху на ту, которая попробойнее. Потому что с десятками на этом аппарате играть все-таки некомфортно, с этим орудием. И это был дополнительный видос на этой неделе, просто потому что я его просто во вторник, как ожидаемый ролик, выкладывать не хочу. Ну, потому что положить руку на сердце, это бой был обычный, стандартный. То есть ничего там сверхъестественного, никаких приколов тут не было, но тем не менее для контента я считаю, что это подойдет. А во вторник ждите танковую нарезку 2. Я уже готовлю, я уже монтирую ее, всю неделю прям монтирую сижу. Параллельно вот с этим видосом. Так что, в принципе, должно быть прикольно, смешно. Так что ждите. Всем спасибо, пока.